Сегодня вскрываю посылочку, которая пришла ко мне с Китая. Тут должен быть дешевенький кошелек. Шла долго, в отличие от других моих посылок. Почти 40 дней. Сейчас посмотрим, что внутри. Вот такой маленький, небольшой, естественно же, из искусственной кожи кошелек. Что мы видим? Ну, на вид довольно-таки симпатичный, небольшой, кошелечек. Ну что ж, неплохой.